Евреи это являются абсолютно уникальным примером в истории человечества. Во-первых, евреи, наверное, самый старый. Ну, скажем, китайцам самосознание хань – это ну, максимум с Конфуция, то есть минус 6 век. Все народы, которые мы относим к особо древним, там, армяне, это 2500 лет. Евреи – это 4000 лет. То есть евреи в два раза превышают все самые старые народы. Это абсолютный, так сказать, уникум. То есть, если вы представите, что всем людям примерно по 70 лет, но некоторые доживают до 100, а всего одному человеку 200 лет. И он продолжает шустро бегать и во все вмешивается. То это и есть евреи. Понимаете, все остальные должны быть в ужасе. И это и есть причина антисемитизма. Потому что евреи действительно ненормальные. Как народ. То есть всякий еврей, он вроде нормальный человек. Но евреи как народ, это абсолютный уникум в истории. Нет такого 2-4 тысячи лет, как эти известные выражения, чем государство Израиль отличается от всех стран мира. Что это единственная страна, которая называется так же, как 3 тысячи лет назад, имеет столицу такую же, как 3 тысячи лет назад, говорит на языке, как 3 тысячи лет назад, и имеет религию, как 3 тысячи лет назад. Знаете, такого быть не может нигде. Ни с какой стороны. Представьте себе, возьмите любое место на Земле и посмотрите, что там было 3 тысячи лет назад, и сохранился ли там язык, самосознание, религия и все представления. Они, конечно, трансформировались, модернизировались, но по сути дела, вот они все те же самые. Как есть город Давида, так и есть город Давида сегодня израильская столица. Вот. И это, конечно, если серьезно к этому подходить, это не умещается ни в какое нормальное сознание. Поэтому, действительно, почему возвращение евреев в свою страну так сильно меняет историю человечества? Потому что евреи – это мировая аномалия. У всех народов есть понятие «родина-мать». Да? «Родина-мать зовет». Не случайно она «родина-мать». Да? Или «фатерленд». Да? Там страна отцов, то есть, но в принципе страна отцов, она же страна отец, да? То есть представление у всех народов такое, страна рожает народ. Потому что все народы сформировались как народы в ходе жизни в своей стране. Ну, например, там Франция, да, вот французы сформировались из галлов, франков, там, ну, Северная Франция, Южная Франция, почему они сформировались в народ? Хотя франки были германцами, да, как вы знаете, естественно. Франки не были кельтским народом, да, галлы были кельтами, а франки германцами. И тем не менее, они стали совершенно специфическими, потому что история Франции. Их соединила история Франции, их спаяла, вот сформировала в народ. Точно так же англичане и англосаксы. У них есть англосаксонское влияние, есть датчане, которые довольно много интегрировались во время датского завоевания Англии. И все это интегрировалось в ходе развития истории Англии. То есть всегда народ рождается в ходе истории своей страны. Когда разные этнические компоненты много столетий живут в едином государстве, отвечают на общие вызовы, решают общие проблемы, сталкиваются со своей общей историей, то они постепенно переплавляются вот в это вот национальное единство. Всюду. Поэтому всюду, во всем мире, родина-мать. Теперь, еврейский народ, в отличие от этого, имеет совсем другую конструкцию. С еврейской точки зрения, страна Израиля вовсе не является матерью еврейского народа, она является его женой. То есть рассмотрение отношений народа и страны – это отношение брака. Потому что еврейский народ вовсе не родился в стране Израиля. Он родился в Египте. Поэтому, когда Яков со своей семьей приходит в Египет, то это процесс зачатия. Потом евреи в Египте умножаются, увеличивается эта беременность. Потом наступают казни египетские. Это схватки. Потом воды расступаются, море и народ выходит. Родовые пути. Да, это вот и есть просто абсолютно рождение народа. Просто буквально расписано. Теперь. И когда он рождается, то ребенка сначала отправляют учиться. То есть на гору Синай получать Тору.
а потом его отправляют жениться, то есть завоевать свою страну. Но поскольку он по молодости боится жениться и боится идти завоевать, то его отправляют 40 лет ходить по пустыне, пока он перевоспитается, пойдет и женится на стороне Израиля. Когда потом он женится, то если он плохо себя ведет, то страна Израиля его выгоняет. Но если он потом исправляется, она его принимает обратно. Поэтому все другие народы во всей истории человечества, которые переселились в другую страну, через пару столетий перестает у них вообще быть идея возвращения куда бы то ни было. Франко-канадцы ни в какую Францию собираться, возвращаться не собираются в принципе. Хотя французский язык сохраняют. Но вы им предложите франко-канадцам репатриироваться во Францию, понимаете, они как будут... Как на родину. Да, как на родину, да? Они будут чрезвычайно удивлены. И никто никуда там, не знаю, там... африканеры из Южной Африки считают своей родиной Африку, а никак не Голландию. Хотя, в принципе, они, в общем, голландцы. И так во всем мире абсолютно. Австралийцы не собираются репатриироваться в Англию и так дальше. Потому что народ формируется заново на новой земле. Это его новое совершенно рождение. У евреев это не так. Евреи во всех странах сколько ни жили, где было лучше, где было хуже, где преследование, а где наоборот все было совершенно идеально. Ни в одном месте еврейский народ не прижился и не стал считать это своей новой родиной. Нигде, за 2000 лет. Это абсолютно уникальное явление во всей мировой истории. Теперь, то есть нет ни одного такого примера. А уж чтобы народ через 2000 лет захотел вернуться в свою страну, это абсолютно не бывало. То есть, если мы скажем, что закон природы – это то, что повторяется, и закон социологии – это так, как у всех обычных народов, то евреи – народ абсолютно ненормальный. Государство Израиль – это государство ненормальное, потому что оно единственное в мировой истории, через 2000 лет кому-то пришло в голову вернуться, где жили раньше. Вы предложите там, финнам вернуться на Урал, да, например, или это самое, там, например, болгары, да, болгары, они же с Волги, да, волжские болгары, но они-то, у них вообще не может быть никаких мыслей возвращаться на Волгу, да. Это не входит ни в какое сознание человечества. То есть евреи, а есть народы, которые ушли полностью, например, там, цыгане, да, они ушли из Индии, как мы знаем, вот, но у них нет никогда идеи вернуться вот на свою историческую родину. Просто никакой такой нету вообще ни у кого. Евреи это единственный пример во всей истории человечества среди тысяч народов. Ну, один-то пример есть еще. Какой? Курды. Курды никогда не уходили из своей земли. Они хотят независимости. Это совсем другое дело. Группа, которая живет и не имеет своего государства, стремится к самоопределению. Это всюду. Это курды не один пример. Просто это большой народ, который не имеет своей страны. Самый большой народ из не имеющих страны. Но когда-то во всей Европе империи развалились и все получили. Чехи не имели столетиями своего государства. Вот это было всегда. Группа, живущая, объединенная национальным сознанием, хочет получить автономию. Но никогда у нее нет идеи вернуться туда, где она жила 2000 лет назад. Это вообще немыслимо. Понимаете, то есть великое переселение народов, вы предложите обратно англосаксам возвращаться на Ютландский полуостров, да?